И всем привет, дорогие подписчики канала Umbrella Tech Incorporated. На связи с вами ваш Альберт Вескер, он же голос доктора Эггмана Работника. И сегодня мы продолжаем с вами Sonic Generations. В прошлый раз мы играли за мелкого, в этот раз играем за модернского. Так, я не забал, что ли? Минуточку. Я очень эффективно ее сейчас забрал, это хорошо. Давайте же продолжим дальше. Да. Но не сейчас. Эй! Эгг-чейсеры уклоняются в сторону до того, как дирижабль открывает огонь, так что будь бдительным во время лазерных атак. Спасибо. Этого не знал. Сейчас пойдем теперь уже модерном спасать товарища Черминского. Так, нам сюда. Гонка с доппельгангером. Сразитесь с двойником Соника и пройдите к цели раньше него. Несложно. Давайте этим сейчас и займемся. Сразитесь с двойником Соника. Погнали! Так, есть. Есть, неплохо. Давай, есть. Так, хорошо. Я просто привык помнить, что здесь есть кольца, и надо их брать, как бы, по логике. Но я этого не делаю. Так. Отлично. Отлично. Так, молодец, Ёж. Так, вперед, вперед. Там был какой-то спуск, но я его не увидел. Так. Так. О, неплохо. Так, вот это интересно. Это... Ой, давай иди сюда. Отлично. О, давай, пробивай. Меня доппельгангер уже находит, это плохо. Так, ой. Вперед. Здесь немножко подводит. Ау. Сит. Зараза, ты вперед. Так. Так. Давай, пролетай уже, зараза. Ауч! Ладно. Так. Вот хорошо, что здесь померли. От доппельгангера далеко не ушли. Ауч. Радует, что у него тоже такие же проблемы. Не страшно. Мне главное чисто его одолеть. Давай. Выпускай уже эту ракету свою. Так. Давай выпускай эту ракету. Да зараза такая. Ладно. Так. Так.
Мне главное... Ага, колечки. Давай ломайте. Так, прошли. Ау, зараза. Да зараза такая. О. И эта зараза меня обнаружила, кстати. Но пингангер я про него, если что. Так, ну это я пойду сбоку. Эй, ты что, издеваешься надо мной, гребаный джойстик? Погнали еще раз. Сейчас вроде нормально с управлением должно быть, так что проблем быть не должно. Так, есть. Погнали. Давай, есть. Отлично, разогнались, неплохо. Оу-оу-оу-оу. Там была, кстати, возможность пролететь по игроку. Почему-то не получилось. Есть, давай. Есть. Отлично. Давай вперед. Так, неплохо. Отлично. Так, можно проходик? Ладно, иду здесь. Погнали по этому пути. То есть я могу даже из себя здесь и так об так обогнать. Крепкая зараза. Давай, пробивай эту верхушку жирную. Зараза. Так. Так. Зараза. Есть, залез. Так. Вот тут пройдем. Вот. Отлично, пролез. Но не получилось нормально. Ладно, бывает. О, тут. Так. Ну, погнали. Так, отлично. Так. О, неплохо прошел. Ай, зараза. Да. Ладно, хотя бы до хорошей позиции. Я не был на том уровне, но на этом мостке конкретно. Ах ты, допингангерская зараза обогнала меня. А, ладно, пусть падает. Давай, падай. Я не против, если ты меня погибнешь.
Знаете, как Допингангер резко сдали позиции ускоряльцы. Да. И ведь не упадешь никак. Давайте, убей его, Кайлоу. Спасибо. Давай, вперед, ежиная зараза. Давай, есть. А, отлично. Тут, кстати. Давай, вперед, 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 вперед. Так, неплохо. Так, отлично, прошли. Так. Давай, пробивай. Так, вот упал. Лучше сейчас помереть. Помереть, потому что мы там, во-первых, окажемся на хорошей позиции. И там можно, если что, опять ракетку взять. Что меня очень радует. Давай-давай, пробивай. Так. Ракета никуда меня не привела, ясно. Так. О, с огоньком да прошел. Зараза. Ну давай еще. Я не возражаю, потому что сейчас сразу помрем. А Допингангер вот впереди. Меня бесит, зараза. Она вроде бы не впереди, а... Делают, показывают все таким образом, что будто он реально впереди. Хотя он никуда не... Давай, давай, давай. Реально надо быть быстрее. Хотя бы его погнать. Неважно, насколько. Ауч. О, зараза. Попробую здесь пройти. Может, куда-то это приведет. Нет, здесь не выживешь. То есть нужно ехать только по верхушкам. Зараза-то, давай адекватно. Так. Отлично, прорвался. В общем, я забрал вовремя снаряд, я знаю, где мне двигаться. Так.
Так, и вот здесь можем, в принципе, лететь. Давай, 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 есть. Так. Давай, есть. Так, теперь мне сюда. Я нашел короткий путь. Доппингангер здесь, если он моя реальная копия, должен застревать. Так. Да, зараза! Здесь мне лучше помереть. Ну, я в любом случае пока впереди Доппингангера на данный момент. Потому что он, видимо, реально повторяет мой путь. Так. Так, теперь мне вот сюда. Есть, неплохо. Так, теперь нужна еще одна ракета. Так, прорываемся неплохо, хорошо. Так, иди сюда, ракетка. Ой-ой-ой-ой, все, меня раздавило. Пусть давит, пусть давит. Мы все равно на безопасном подуровне для нас. Здесь у нас пока не догонит. Так. Ага, вижу. Вот, 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 почти. Зараза. Так, вижу эту скотину. Вот, 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 давай, 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 есть. Отлично. Обогнали. Нет, не надо. Полностью устраивает Дэшечка. Порой надо радоваться малым результатам. Отлично. Кстати, ребят, спасибо за вашу поддержку, лайки и главное, за ваши комментарии. Реально, большое спасибо, ребят. Надеюсь, что вам нравится наше прохождение. Не забывайте приглашать друзей. Говорю сейчас, потому что мало ли забыли. А наслаждайтесь в одиночку красивым видео. Как не пойдет. Давайте, больше чем больше нас, тем веселее. Оранжевая ракета. Рванули. Используйте оранжевых виспов, чтобы превратиться в ракету и вовремя добраться до цели. Ну, вперед. Полетаем. Используй оранжевого виспоракету, чтобы улететь. Он поможет тебе взлететь в небеса. Зараза, я же тебя хотел сбить. Ну, иди сюда. Так. А ну давай сюда.
Так. Вот это уже интересно. Благодарю. Так. Так, аккуратно. Так, добрались. Эту я красотку, конечно, забрал. Давай, пробивай. Зараза какая. Так. Есть. Иди сюда. Слушай, вот это интересный уровень. Использовать ракеты для уничтожения препятствий, на которых же находятся нужные тебе вещи. И с одной ракеты на другую, по сути. Очень интересный уровень. Мне нравится. Очень интересный уровень. Прям даже стресс в каком-то смысле снимает. Отлично. Я почему, кстати, за чарми еще взялся, потому что меньше возни мороки будет с ключами. Так у Вектора пока еще его уровень не делаем, соответственно, ключ его еще закрыт. И тем самым мы можем спокойно туда прыгать, собирать вкусняшки. Так, ладно, тут уже нечего собирать, идемте дальше вверх. Это, кстати, очень разношерстный уровень. Так, тут не пролезешь. Лесь, извини, я вот тут пройду. Так. Так, здесь были. Во! Нет, это векторский. Да, это... Не пойму, какая из секции его. Ладно, да. А, да, ну, точно. Все, разобрались. Вот это. Так. Мастер экшена. Прыгайте по стенам, используя приземление и молниеносный рывок, чтобы добраться до цели. Любопытно. Ой, такого еще не было. Ну что, попрыгаем. Вроде работает, но я не знаю, как эта штука действует. Ай, зараза. Так. Так. Ну. Эй. Ты серьезно? Вот прямо сейчас? Погнали. Ой. В общем, только когда он хватает, я это, во-первых, понял. Во-вторых,
тут случилась забавная ситуация. В общем, игра вылетела. Точнее, она заснула. Прекрасно. Зараза. Эй, кольцо мое дай. Отдала. Ладно. Лишний не помешает. Чем бы нет-то. Так. Мне кажется, вот этот патрон ведь можно пройти быстрее. Давайте я его начну сначала. Мне реально интересно, за сколько я его пройду, может, Миш, с минуту. Погнали! Отлично, меня пропустили вперед. Так. Так. Так, здесь я навряд ли в минуту ложусь. Но интересно было бы попробовать. Ну, я уже прошел, конечно, но здесь на минуту 20. Нет, не буду замучиваться. Интересный уровень, реально, не спорю, хороший, но не будем. Я думал, за этот хороший шанс выйдет. Но если бы тут можно было бы меньше, чем за минуту, тогда да. Ага, ты туда. Отлично. Забрали. А теперь давайте сюда. Чарми, высоко в небе. Нажми Y, чтобы вызвать Чарми и создание пути во время выбранного добраться до цели. В общем, второй Тейлз. Планет Висп. Я сожру твои внутренности, Соник! Вызови Чарми, чтобы создать вихревые платформы. Так, допустим. А, ясно. Слушайте, это интересно. Слушайте, вот это реально интересно.
Ауч. Какие милые лазеры. Не режут даже ежа на кусочки. А, нет, режут. Так. О, как? Умный робот. Ничего не скажу плохого. Реально очень умный. Так, уж не... Ага, вот это я открыл, хорошо. Так. Так. Давай, Чармия. Так, тотальная защита есть. Так. Пропускаем одну ракету. Так, добрались. А, мне туда нельзя, что ли, вообще? Так. Давай. Так, сюда. Я этого чарм постоянно юзаю. Так, пожалуйста, откройте дверь. Так. Давай, почти рядом. Давай, вперед. Есть. Без колец, но добрались. Неплохо. Нет, спасибо. Реально интересный уровень, очень интересный уровень. Чармик хороший такой. Так. Ждем. Он сам сюда подлетит. За мной заберем. Так. Вот это необычно. Ладно, ждем. Он тут точно прилетит. Отлично. Так. Получается, остался только ты. Прыгайте на тележке и подъедьте на тележке и вовремя доберитесь до цели. То есть тут переход с тележки на тележку. Вот это мне не очень нравится, как раз таки наоборот. Но это все равно тоже интересный вариант передвижения. Это все равно же как Индиана Джонс, только в формате Соника. Так. Так, спокойно. Ну ладно, хоть подъемник есть, радует на это. Я хотел на этого приземлиться, но я забыл. А, нет, я все-таки не приземлился. Карма, робот. Так. Дай залезу. Благодарю.
Зараза. Так. Благодарю. Уху. Вот так. Ну не всех же их не уничтожать. Работники тоже нужны. Иначе Egmont Industries загнется. А если загнется Egmont Industries, то как этот Ёж будет работать? Ждем. А может и не ждем. Он даже не знает, что я здесь. Бедный робот. Да. Хорошо, откройте дверку. Так. Так, забрались. Привет, колечко. Нет, спасибо. Ох, очистили все. Красота. Ну и коль уж сегодня у нас модерн. Надо спускаться, забирать, во-первых. Слушайте, мы сегодня, получается, еще и до Лондона успеем добраться. По времени так-то вполне хватает. Тара-тара. Вот это мне нужно было. Вот, забрал. Так. Но сначала за мелкого будем играть. Модерна оставим на вкусненькое, потому что мелкому еще работать и работать. Так, дайте я залезу, пожалуйста, платформу мне. Так, Доппенгангер, хотел сказать, но я вспомнил, что это за Зона Блейза. А это уже Доппенгангер из Британии. Вот давайте. Вот реально, Доппенгангер меня выбешивают. Эти точные копии, которые не точные копии, совершенно. Можно начать сначала. Так. Пожалуйста, спустите мою корзину. Пожалуйста, спустите мою корзину. Пожалуйста, спустите мою корзину. Я, похоже, нашел тот самый короткий маршрут, о котором мы хотели здесь найти его. Привет, я заберу. Благодарю. Так, залез. На корзинку, пожалуйста. Дай залезу. Зараза, столько колец собрал. Так, один на охране. Так, неплохо. О, спасибо, он нас поднял.
Красота. Я, правда, не уверен, нет, мы не обгоняем Дольпера. О, винная бочка. Так. Так. Ауч. Какие добренькие. Так. Так, дайте я заберу хоть все здесь у вас. А теперь мы поиграем в эту игру. Хотел бы я сказать. Ну, вроде я пока успеваю за Дольпером. О! Прям задело усы. Так, теперь сюда. Вперед, мелочь. Так, есть, неплохо. Давай, иди сюда, робот недоделанный. Иди, я тебя разломаю на запчасти. Ой, зараза какая. Привет, пока. Иди сюда, недоделанная железяка. Чёрт, он меня отгоняет. Да. Почти что справился ведь. Давайте еще раз. Так. Мне очень сложно ориентироваться, когда здесь сразу два вот таких мелких. Давай. Да. Мне реально очень сложно ориентироваться. Оу, это необычно. Так. Ой, так. Знаю, выбешивает, но походу это будет эпизод с Доппингангером будет у нас реально, наверное, долгий. Хочу в каком смысле сделать его идеальным. Так. Корзинку мне, пожалуйста. Ауч. Иди сюда. Да. Знаю, выбешивает, но что поделаешь.
Корзинку мне мою, пожалуйста. Рокфор, корзинку мою, пожалуйста. Мою корзинку мне, пожалуйста, миледи. Корзинку мне мою, пожалуйста. Благодарю. Благодарю. Зараза, иди сюда. Медленнее, чем в прошлый раз. Да. А, вот не хватает моментального восстановления. Можно было бы сократить время бы здесь. Вперед. Так, вижу его. Недалеко ушла зараза. Так, я провалился на дно. Так, а ну иди сюда. Так. Вот так. Отлично. Вперед, товарищи. Ты куда? О, так хорошо же ускорение было. Так близко было. Так. Фу, это было близко. Реально было близко. Ауч. Ладно, пусть улетают. Это другая часть башни. Я пока опережаюсь самого себя, это меня радует отчасти. Так. Так. Ауч, это плохо. Давай, есть. Черт, он уже нас обогнал. Вперед, давай. Давай, ломай эту заразу. Черт, обогнал меня вот в самом конце. Так. Да, зараза. Ладно. Не торопимся. Идем по корзиночкам. Хе-хе-хе-хе. Корзиночки мои, Доппингангер. Ой-ой-ой, это плохо. Как я вообще свалился? Был на корзиночке.
Так. Эти бочки ломаются? Не знал. Так, иди сюда. Так, отлично. Корзиночка моя. Корзиночка моя. Корзиночка моя. Давай, открывай. То есть на какую секунду меньше? Я, наоборот, очень быстро сюда пришел. Даже очень. Так, вот. Ты еще что говорить не будешь, Дэми. Ладно. Ёбаная махина недоделанная. Да! Ладно, идем коротким путем. Давай, давай, давай. Пока успеваем, вперед. Он меня догоняет, он меня обогнал здесь, ясно. Так. Так, давай, давай. Пройду по низине. Может, что-то интересное найду. Не уверен, на 100%. Давай, падай. Ну, красота. Решил, нашел прямо хорошее место для экспериментов. Прямо по усам. Так. Ну и ладно, попали сюда, так попали сюда. Так. Сначала начну по одной причине. Я не на том подуровне, где мне надо. Так, есть. Да. Ой, походу, этот тут подуровень будет у нас сегодня последний. Вот я в этом уверен, на 100%. Как я вот этого передел, объясните, пожалуйста. Ауч, привет. Ладно. Так. Так. You gotta reach the goal before the doppelganger does.
спокойно. Вперед, вперед, вперед. Мелочь Карамазова. Да как? Он бы попал на эту корзину, не мог с нее упасть. Первый раз я вот это здесь замечаю. Хлебушка, пожалуйста. Открывай. Аж на 2 секунды быстрее в этот раз. А вот тут меня обогнали. А пусть меня прибьет. Давай, приби меня. Еще чуть-чуть, давай. Давай, давай, вот так вот. Я понял, вот эти вот точки, это обозначение границ. Вот мы на одной из них. Вот давай еще. Я хочу вот реально пройти по этим корзинам. Вот мне реально интересно, к чему это придет. Быстрее это будет или медленнее? Нет. Ну и давай помираем. Мне реально интересно, к чему это приведет. Это интересная зона. Хочу попользоваться ей. Почему бы нет? Давай. Вот тебе право неожиданности, ведьмачьи. В Сонике казалось. Не пускает, ну ладно. Так. А он, походу, меня опережает тоже. То есть, если я помру... Давай, 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 давай. Есть. Так. Так, открывай проходик. Вот так вот, мне спокойнее. Два-два-два-два, есть. Здесь можно потянуть. А, можно и не тянуть. Давай, дави. Давай, дави.
Давай еще. Ударчик один, давай. Молодец. Будем пользоваться этим прекрасным, добрым правом неожиданности. Так. Пожалуйста, раздавите. Так. Дави. Уж не знаю, догонит ли он за это время, пока я себя убиваю. Но вроде не должен. То есть, если я помираю, он вроде не должен меня победить. То есть, он должен возвращаться на ту же позицию, что и я. Да. Так и есть. Так. Отлично. Так, давай еще один ударчик. Это не опережает, но я хочу пойти по тому пути, потому что он быстрее. Вот мне нравится, что здесь можно юзать такие вещи. Так, давай иди сюда. Ой, ладно. Ты с ней пролезешь, да? Молодец. Отлично. Да, он меня, конечно, будет опережать какое-то время, но главное нам его опередить здесь. Так. Отлично, я прорвался. Вот это то, что мне и нужно было. Давайте, парни, добивайте меня еще. Так. Отлично, давай, ты меня тоже давай добивай. Ааа, черт, я его прибил. Давай, ударь меня. Молодец. Давай, бей. Молодец. Еще один удар, вот давай. На работе скажешь, что прибил Соника, молодец. Я специально это делаю, чтобы допингангер не мог. Так. Давай. Давай, 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 давай. Черт, он сам меня обогнал. Как мне здесь опередить самого себя? Я вроде его и опережаю местами постоянно. План даже был хороший. Надо было себя на минах подрывать. Я же его опережаю постоянно. А он на последнем рывке делает. Ну, в принципе, как и в любой адекватной гонке, последний рывок
играет роль. Да почему ты не прыгнул? Нажал ему прыгнуть, он не хочет. Так, вперед. Синяя мелочь Карамазова. Отлично. Он, смотрите, уже даже на 6 секунд быстрее. Так. Так. Зараза такая. Почему он, кстати, вот по... как пугач какой-то двигается? Так, неплохо. Есть. Слушай, я неплохо так-то его обогнал. Так. А ну иди сюда, робот недоделанный. Это как-то я так обогнал его. Ну ладно. Неплохо, я хотя бы обгоняю даже на секундах. Ауч, это больно. К счастью, шарки здесь надувают постоянно. Давай, иди сюда. Ладно, идем по нижнему краю, раз уж не могу. Так, вперед, вперед, вперед. Давай. Он идет по такому же пути, что и я, поэтому проблем быть не должно. Есть. Есть, 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 мы его опережаем. Давай, открывайся. Наконец-то мы впереди планеты всей. Можно, пожалуйста? Отлично, прохожу. Наконец-то. Справились, справились, да еще как справились. Вроде на дэшку, но нет, спасибо, меня устраивает. Молодцы с вами. Отлично. Мы получили сегодня парочку музык. И давайте сейчас посмотрим, что мы с вами открыли в этот раз. Давай, немножко Карамазова. Отлично. По роликам классика, тут осталось 4 ролика. Ясно.
по иллюстрациям. Что-нибудь есть? Есть парочка. Это особый арт, используемый для японского руководства Mega Drive. То есть вот такой он выглядит. Это особый арт наброски для Соника CD. Разные идейные наброски для разных видов щитов. А, особый арт. Идея транспорта для боссов Sonic CD. Кстати, забавно, что вот такое все-таки кресло в дальнейшем было воплощено в некоторых уже сериальных версиях Эггмана. Так, да. Особый арт. Иллюстрация для создания, созданная во время Sonic CD. Иллюстрация, созданная во время Sonic CD, но это уже Эммичка. Такая вот, смотрите. Где вы такую красоту еще найдете? Где? Особый арт. Иллюстрация, создание во время Sonic CD. Eggman Bike. А, нет, это Eggman Лыжи. Ну, Eggman Bike тоже хорошо смотрелся бы. Так, это уже было. Так. По персонажам мы вроде совсем кто-то знакомились, за исключением последнего. Так, дальше по музыке посмотрим. Fly Battery Zone. Это Sonic & Knuckles должно быть. Да-да-да. Open Your Hair. Это Sonic Adventure. Это знают все. Это знают все. Если не знаете, лучше познайте сейчас. Такие ударные. Я даже сделал погромче себя. Причем в этом песне хорошо те, что в ней буквально описывается чуть ли не часть сюжета. Шикарная песня. Так, что тут еще есть у нас? Мы еще парочку, наверное, вот, да. I'm все со мной. Это хеджкок должен быть классический. Shadow хеджкок. Это просто главная тема Shadow. Let's speed mend it. Sonic секретное кольцо. Вот это мне нравится. Так, я буду искать эту игру. Я чисто из-за музыки хочу ее посмотреть. Я не знал такой игры, но мне реально теперь хочется. Toxic Cave, ты на втором месте. Я нашел любимую песню из Соника. Ладно, ребят. Что ж, надеюсь, что вам понравилось сегодняшнее прохождение. Спасибо всем, кто нас смотрит, ребят. Спасибо всем, кто ставит лайки, пишет комментарии, помогает продвижению наших геймплеев. Как раз-таки уже на следующей неделе выходит новая линейка геймплеев Tomb Raider, Shadow Tomb Raider. Поэтому буду рад, если тоже будете их смотреть. Она будет уходить по будням, Sonic по стандарту по субботам. Так что, ребят, жду на всех геймплеях и на всех стримах. Ну а с вами был Вескер, Umbrella Touching. Доброго всем вечера и хороших выходных. Удачи!